этой комнате. Галина Блинова, здравствуйте. Антон, доброго вечера. Вадим, доброго вечера. Валентина Курган, добрый вечер. Виноградов, здравия. Это был Дедов на месте. Олег РБК, Республика Беларуси. Добрый день из Синеокой. Может, есть желание скооперироваться для заказа в РБ Телеком, напишите в личку. Так, ну, а как же вам написать в личку, где ваша личка? Дело в чем, вы хорошо, что вы вопросы задали. Сейчас только мне Юля отнесла посылку, в том числе 4 посылки, одна из них несколько черенков и несколько упаковочек с косточками. Она отнесла ее на почту. И присылает мне вот это сообщение. Сейчас я его. Посылка Беларусь вышла 1920 рублей. Кстати, почти невесомая. 1920. Я ничего не выдумал. Вот. Потом я ему сообщу об этом, потому что он человек обещал доплатить, если будет. Но то, что будет такая, это, блядь, союзное государство. Казахстан это в 2 раза дешевле. Так, поняли, да? Поэтому, если желаете скооперироваться с белорусом, с Олегом, кооперируйтесь. Дешевле получится. Они грабят нас буквально во все. Ну как так, вот такая посылочка, почти 2000. Только пересылка. Елена, здравствуйте. Свинин Михаил, привет. Наталья Рыбка, привет. Я слушаю ответ на выпись. А, Наталья, это, наверное, вы, которых листья не сбросили. Так, я вас прошу прощения. Я хотел и так. Дело в том, что я очень жестко ответил. Там, типа, там, что вы натворили. Вот, деревья гибнут. Вот, убирайте срочно то, убирайте это. И что, потом будете благодарны. А вдруг спасем ваши эти. Я удивило, что самарские саженцы, персики, я не знаю подробностей, но они двухлетки живы. Правда, схема классическая, это, ну, в общем, все проехали, уже нельзя повторять. Дальше напишет, Арсен, привет. А, рыбка пишет, мульчу уберу, правильно. А, когда уберете, после река у вас вот такая яма будет. Вот хорошо, что сейчас в моем физиономе я включил. Вот такая яма будет, вот такая вот. И в результате все равно будут гнить. Значит, теперь там место вроде бы. Да мы многое можем себе позволить. Например, взять и вернуться туда, где были. Можем? Можем. Вот. Сейчас. Ага. Видите? Если убрать мульчу, если вы делали классическую яму со всяким дерьмом, то наверняка, она еще и провалилась, наверняка вот там будет колевая шейка, ниже уровня почвы. Значит, все равно сгниет. Значит, смотрите, допустим, здесь, ну так, хотелось бы помечтать, небольшой склон. Берете, и вот здесь вот, видно ли мой это, может быть, сделать поширше или поширее. Вот так. Смотрите, вот здесь делать как-то разгребать и даже как типа кадавки, чтобы любая вода, что попадает лишняя, она обычно как случается? Ямка не безобидная, а ранней весной, когда снег сходит, север России, это север России, вся Россия почти север, и там, если даже 20 сантиметров замерзшей почвы, вода будет стоять, таять и стоять. В ямке. И в это время она будет разрушать ночью лед, днем тепло, ночью лед, днем вода, и она будет разрушать основание штамба. И за пару лет тройку уничтожит. Я это видел сотни раз. Это моя судьба, это моя, так сказать, проклятие. Ходить по мертвым садам. Судьба у меня такая. И вот тогда получается, если вы канавку прокопаете, там даже ночью. Когда замерзает вода, я просто, когда там этой ямки не будет. Мне почему-то кажется, что здесь склон есть.
Надеюсь, что не ошибся. Смотрим второй снимок. А то ли есть склон, то ли нет. А может даже есть. Тогда также разгребайте, но учтите, ям не должна быть. Пересаживать поздно. А то некоторые, давайте пересажу. А некоторые с перепугу и пересаживают. Постарайтесь сделать так, как бы, допустим, там яма, допустим, она 60, 60, 80, 80. Это обычно так делают. Провалилось. Там получается вот так вот, вот так, вот так. И тогда ее можно сделать из более пологую. И канавку сделать. Вот. И я помню, кто-то из наших, сейчас помню. Так, кто же это был? Яшкар-Ола. Песоцкий. Кажется, его совет в метре. Кстати, хороший совет, мне нравится. Метре выкопать яму и соединить ее кодовой вот с этой вот, с основанием самбо, вот этих деревьев. Если место ровное, а вот это уже данность, неизбежность. Метре от полутора выкопать яму, вот там, где она не будет завязать корни, небольшую яму, лишь бы уровень был ниже, и тогда сюда вода будет перетекать. Вот. По-моему, это Песоцкий. Влезший мужик, кстати, это я люблю гордиться дружбой с умными мужиками. Так, идем дальше. Марина, добрый вечер. А, еще не все, она дальше, это, извините за выражение, курица. Снова рыбка, мульчу уберу, поливала часто, вот. Если бы не поливали, уже бы лишь бы сброшен был. Никакого штамма не выращивают, это персики и семян. А вспоминаем Железова. Итак, если семечко, штамп имеет основание быть, он имеет генетическую основу. Мы с вами просто в очередной раз, ну никак не наглядываем, вот сейчас покажу. Я уже показывал, я люблю повторяться, потому что новички должны знать, мне не обязаны верить. Смотрите, совсем немножко не дошел, совсем немножко, смотрите. Хорошо, что я здесь. Значит так, сыроватка, суперспециалист по суперножам, сказал, что скоро начинает их делать. Заказы пока не принимаю, вот, ну, пока мотайте на ус. Как только я скажу, ножи готовы, сразу свяжитесь со мной. Видите, вот я умею рекламировать, нет? Вот, только это. Только как, если уж так продаем что-то, вот от имени сыроватка продаем, значит это вещь. Понял, да? А сейчас идем, осталось немного. Вот, видите? Вот этого я хотел показать. Что это. Значит, что деревья, выросшие из семечка, имеют штамп. Вот, теперь так. Где мы там? Вот, теперь так. Где мы были? Мы вот тут были. А привитые деревья штампа не имеют. И на них, из них резать, вырезать ветки, да еще заподлицо со штампом. Величайшая глупость. Подлость и предательство. Только они этого не знают. И спят спокойно, дотворили дело. Люди из-за них уничтожают. Ну, спасибо, Наталья, хотя бы это. Никакого штаба не выращивала. Персики и семян. Так. Марина, привет из Вологды. Нас снегом завалило, растюшка стала теплее. Ага, только абрикосов теплее. О, как они снег не любят. Мокрый, правда, не любят. Игорь, всем садоводам здравия. Ухтияров, привет. Куда без вас? Гречихина, добрый вечер. Балькова, Марина, добрый вечер. Из Кургана. Данила. Привет, народ. Как оно? Ничего, нормально. Прошу прощения, а друг по теме. Жду слушать. Здрасте. Да, я. Я. Да. Хотела узнать, я с Республики Коми звоню, город Ухта, Республика Коми. Мне так жалко, что ваш запас
запас этот косточек золотых пропадет. А я еще надеюсь. Это я пугаю, что пропадет. Еще надеетесь, что не пропадет? Ну а как иначе-то? Иначе надо идти, вот у меня ружье. Застрелиться и все. Да? Да вы что? Огромный труд по заготовке. Надо еще жить. 100 лет надо еще жить вам. Спасибо. Да. Иначе Россия пропадет. Не будешь же всегда. Ну, 30 лет бардак в стране, это понятно. Так. Но не будешь же еще продолжаться. Вот политику не будем. Закроет мой канал и все. И прощай. Давайте, давайте про дело какое-то. Понятно, я просто хотела косточки заказать, а вашего адреса не знаю. Так, ну, видимо, из тех, которые не дружат с интернетом, да? Я с интернетом не дружу. У меня есть, конечно, смартфон. Раз. А соседи? А с электроникой я вот на электронный адрес я послать не могу. Это только может моя дочка, наверное. Вот дочка и пошлет. Но она живет в Краснодарском крае. Ей опять звонить надо, если что. Да, это далеко. Скажите, пожалуйста, я иногда делаю так. Вы, в принципе, знаете, о чем речь идет. Вы отличаете косточки подвойные, маньчжурские, от прибойных, роскошных. Вот. Но я прививкой занимаюсь. А, все, мы с вами одной крови. Давайте сделаем так. У меня на яблонях, на диких, на двух диких яблонях по 11 прививок уже прижились. Так. На боярышнике груша прижилась. Все, все, все. Возьмете меня в ученики. Что? В ученики возьмете меня? Это вы меня возьмите в ученики. Тогда давайте так. Я говорю вам, а может еще кто-то слушает. Есть люди, действительно, которым очень сложно. Я в таких случаях говорю, ну сегодня уже поздно, у меня уже ночь. Например, завтра, как проснетесь, можете еще часика-два накиньте и звоните мне на бум. Константинович, это я, давайте и примите заказ по телефону. Мы все обсудим за 10 минут. Боже, за мой счет. Вот. Хорошо. И все, приму заказ. Хорошо, Петр Константинович. Ага. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. У меня же лекция идет, вы, наверное, этого не знаете. А, даже не знаю, действительно, вы извините. Всего доброго вам. Всего доброго, пока. Еще время позволяет, мы еще 2 часов не поговорили. Так, дальше. Господи, привет из Монголии, нам только это. А, Оюн, старая знакомая, лет 10. Нет, до нее дойдем. Сейчас. Так. Андрей, оно как оно. Башкортостан, доброго вечера. Сыктывкар, имеется ли продажа черки челюсти? Нет, ни одной. Я выслал несколько черенков, вот, и все. Несколько черенков срезал себе. Надо постоянно пополнять, это не запас, а как, это называется, коллекцию. Вот, а, Сергей, мы должны были, у меня всего 9 сердечных деревьев. Связи с родственниками покойного Бондара у меня нет. Так. Значит, я фактически остался один. Вот. У меня деревья, скажем, когда стареют, наступил момент, когда даже однолетние приросты все покрыты цветами. Все. Я ходил, 5 веточек себе срезал, 3 веточки, кто меня держал за горло. Все. Вот. И даже по-среднему, я и прошу прощения, он меня может даже слышать, он из наших. Я выслал ему вместо черешни, их уже не было, хоть и обещал, я выслал ему вишню Жуковскую с генами черешни. Вот. Почему? У меня есть несколько случаев взаимного перехода, причем без посредников, то есть или вишня, или черешня. Никаких дюков, ничего. Вот. Это у меня, ну я такие примеры приводил. Вот. Это ему даже надежнее. Это как, ну тут 2 ветки вышли, вишни под названием вишня сибирская штамба с генами черешни. Вспоминаем, показывал, я высылаю в этот, нет, я высылаю в Калининград, почему море, вот, женщина присылает фотографии.
Повторяю, вишня, сибирская штамповая, она почти декрет считается. Но это уровень этой одичавшей Владимирской. С генами черешни. Я такого не мог даже себе вообразить. Две фотографии, ничего не выдумываю, клянусь Богом. Если только она не могла меня разыгрывать. Не могла. Нормальный человек. На одной фотографии роскошные черешни. На второй фотографии вишни, ну, в два раза крупнее моих. Да что же это такое? А вся разница, что там теплее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, продажи черенков, черешни нет. Но если вы, Владислав, у меня приобретете черенки вишни Жуковской с генами черешни, не пожалеете. Как минимум черешня отборная вам это. Мы же ее гостями едим. Вы где видели черешню? В Сибири. Даже там, где она Владимирская называется, даже в городе Владимир. Она там давно уже выродилась. Вы хоть знаете об этом, нет? А, тут тоже. Идем дальше. Привет из Монголии. Очень благодарен Александр, что у меня плоды с абрикоса и семян. Вкусные красивые плоды созрели в середине августа. Августа. Так, гражданка Оуют. Если бы не ваша, вы единственная из Монголии, которая со мной дружит. Две фотографии. Я сколько раз говорю, у меня как день рождения, я говорю, мне нужны подарки, я люблю подарки. Присылайте фотографии плодоносящих деревьев, моих. Ну как так получилось? Вы вырастили абрикосы из косточек, плоды у вас вкусные, а я не это, ни сном, ни духом. Считайте, что я вам объявил выговор, занесение в личное дело. Хотите со мной дружить? Пришлите фотографии. Я это заслужил. А тут Колесник. Олег Красивич, можно у Андрея такой опыт и участок сделать, на котором стал саживаться одним способом вы идею ухватили. Андрей – это ваш друг. Это человек, который, правда, болел и болеет, у которого гектары, гектары, гектары. И вы зацепили за его идею. Дальше я читал, читаем. 100 саженцев одним способом посадить, 100 другим и так далее. Очень надеюсь, что на следующий год продолжит высадку саженцев. Будет полигон для молодых ученых. Можно приезжать, наблюдать за ростом саженцев, писать его статьи. Кстати, в этом году уже начал такие эксперименты. Многие саженцы посадил по вашему методу на холмы. Товарищ Колесников, видите, я уже вас не гражданин называю, а товарищ. Ничего этого не делайте. Не приедет к вам никто. Никому не надо, пока не будет команды самого верху, и когда это не будет государственной задачей. Вот я что 40 лет-то делал, вы что думаете? Что я сделал на 36-м, 7-м, 8-м, 10-м году, а? Я выпилил с уникальные деревья. Вы этим хотите закончить? Вот. А вашего друга Андрея забот полудрот. Он начал с того, что купил сотни, если не тысячи саженцев, у кого попало и как попало. У него впереди такие потери. Ему, наверное, до этого, что ли? До этих, до ученых забав. То, что я говорю, это я надел только на ученых. Вот. Никто же не даст несколько миллионов, чтобы вы, Антон, или Андрей, ваш друг, или Сергей Железов, или Савинич занялась бы этим делом. Ага. Кто мне дал рубль, когда я 2 миллиона потратил, чтобы несколько сотен, 20 соток, чтобы купить, за 2 миллиона, ну пусть не 20, 30. Вот. Кто-нибудь мне рубль вернул? Это вы под впечатлением моего этого вебинара говорите. Завтра успокоитесь и будете жить так, выживать. Вот. Потому что вы же... Объясняю, зачем просто так. Вы 100 саженцев так посадите, а 100 другим способом, как я говорил. Например, 100 посадили, обрезав верхнюю половину, а 100 ничего не делая. И у вас уже 100 будет дохнуть. А вам что, для этого, чтобы убедиться, что они дохнут, что железу прав, для этого что нужно? А? Деньги нужны, время нужны. Откуда оно у вас есть? Видите, как я с вами строго.